потом произошла другая вещь. С моим произведением, с моим произведением. Уезжает в Америку Антон Апарин. Как американец. Потому что у него брат там живет. И он делает все, что он выступает на конкурсе как американец. С моим произведением «Свинг» он занимает первое место. С моим произведением. Ну, везде было указано в авторстве, что это он. Ничего не было указано, он все присвоил себе. Он включил это произведение себе в альбом. Эй, Антон, подожди, пожалуйста. Уже потом я ему сказал, сука, да забирай ты все. И авторство, и все. Как будто бы это вообще не я написал. Забирай все, хоть мне так жалко. Но пусть она будет твоей. Сам он просто совсем ничего написать не мог. Вот, ну вот такая вот тема была. Я просто хочу предостеречь, что так бывает. А знаешь, как это произошло? Он меня в баню позвал, как друга. Ну я собрался. Веник взял, но забыл из кармана достать диск с записью. И вот я немного отвлекся, на его томаты спел и засмотрелся или что. Он у меня диск из кармана как-то незаметно утащил. Пиздец, хуею до сих пор. Или пока я там подмывался, он у меня по штанам шарил. Я не знаю, виртуоз, бля. Не слышал того, ну... Не слышал, как он шарится там в предбаннике. Жалею теперь. Я потом в запое был неделю, а он в Америке выступал на конкурсе «Собака». Я же с открытыми глазами сплю сейчас. Боюсь, что Антон спиздит мой новый записанный шедевр.